Друзья, добрый день. Меня зовут Васинок Евгений. Я нахожусь сейчас в Греции, в поселке Неокаликратия. Мы сейчас с вами будем осматривать отель Атлантис. Он находится недалеко от центральной площади. По стоимости он недорогой, ну, где-то примерно 1000-1200 евро на завтраках. Это городской отель, находится в городе. Здесь дорога есть, но она такая не очень активная. Ресепшн. Ой. Тип номера family, есть кухня, холодильник, кондиционер. Индивидуально. Здесь 4 кровати, мы видим, 4 места. Покрытие плитка. Старый телевизор. Есть балкон. Ой. Балкон выходит на дорогу. Но эта дорога не такая оживленная. Здесь будет спокойнее. Душ, шторка и душевая кабинка. Есть тюбичек. Санузел, ну, санузел очень маленький. Такой компактный. Из посуды, видите, все есть. Кастрюли, сковородки. Тут есть морозильник. Да. Угу. Можно только полагается комплект. Короче, для приготовления пищи все есть. Правда, плитка только одна. 102 номер стандарт, холодильник, покрытие плитка, здесь, видите, 3 кровати отдельно, кондиционер индивидуальный, плазменный телевизор, большой коврик. Балкон среднего размера, тоже выходит на дорогу. И здесь на дерево будет хорошая тень. Это стандартный номер такой. Санузел. Здесь уже немножечко побольше. Здесь уже не шторка, а такие дверки. И здесь тоже стульчик и душ. Номер 106 Superior. Значит, чайный уголок, холодильник. Санузел небольшой, душ. Есть фен. Это Superior такой. Это обновленный Superior, говорят. Ну, вот видите, большая кровать, плазменный телевизор, кондиционер индивидуальный. И здесь, судя по всему, очень большой балкон. Судя по бабах. Вот какой балкон громадный. Да это не балкон, это комната, я бы сказал. Смотрите, какой вид. Дорога. Ну, здесь вокруг везде дороги. В основном, если бы это на внутренний двор был бы балкон, тогда бы дорог не было. Ну и море у нас вот там вот. 105-й, это тоже стандарт, мы уже снимали. Ну, давайте еще раз так закрепить с вами. Плитка, телевизор обычный, старый, кондиционер индивидуальный. Санузел, шторка, душ, ну, все. Это мы еще находимся в Атлантисе отель. Еще посмотрим Superior Room. Вот он 03. И 04 Superior. Ну, прикольно. Здесь плитка на полу. Диван на входе, чайный уголок, работает. Холодильник, плазменный телевизор. Ну, вот он весь Superior. Выход здесь сразу же на балкон. Ванная комната. Шторка и душ.
Все, мы проинспектировали данный отель. Если вам был полезен данный материал, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Спасибо большое.